На мероприятии презентовали уникальное издание «Два тома Остинского толкового словаря», переиздание редкой книги 1912 года «Духовные песнопения» из библиотеки Бориса Галаева и другие книги. Гости смогли попробовать вкусные и съедобные экспонаты выставки композиции Остинского молитвенного застолья «Остинский пир Квефт молитва». Гостям рассказали о ритуальности остинских обрядов, восходящих к христианским традициям, сакральных остинских артачери и их значение в христианской символике остинского народа. Музыкальным фоном встречи звучали записи остинской народной музыки начала 20 века из архива композитора Галате, хоровые и религиозные песнопения в исполнении государственных хоров Северной Осетии. В программе праздника был показан фильм «Мария Ясыня» режиссера Темины Туаевой о жизни аланской княгини Марии Шварновны, бабушки Александра Невского. Поздравить местных осетин с великой датой пришли представители Министерства культуры и Департамента внутренней политики Свердловской области, Екатеринбургской епархии и Уральского Мухта-Сибата, а также друзья остинского сообщества Урала и ценители богатой кавказской культуры. Эльвира Дебилова, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня.